Мы поели, нас выпустили погулять, сказали в 1:30 приходите, можете посмотреть Санта-Ана, по-моему, называется городишко. Так как Рождество, все спят и дрыхнут, и отдыхают. Сказали, вон там вот префектура, мэрия и садик, идите, ходите, гуляйте. Вот мы ходим, гуляем, эти цветы, камелии валяются. Это мама моя выращивает. Типа суккулентовых каких-то. Пуртулак. Во, вспомнила. Это, по-моему, называется пуртулак. Так, понюхаем, что им пахнет. Вкусно пахнет. Как жасмин, но не жасмин. Видите, камелия сбрасывает красивые свои цветочки. Вот они валяются тут. Возьму один. Вот он уже. Вот такие домики нам сказали, что они типичны, были или как сейчас исторический объект, ну, в общем, как бы строят, и там только спят. Спят. Более никакой функции это не выполняет. Тут камни вот разрисованы. Даже рододендрон цветет. Вот такая вот крыша. Вот Каса де Флорес. Это типичное для Мадейры такое зданице. Я так думаю, что они имели в виду этот, наверное, маленький садик. Это типа базилика растет, но это, наверное, не базилик. О, Космея. Космея. Вот оно, разрисованные камни. Видите? Очень понравилась эта обширная экскурсия. 8 часов она длится. Из них вот полтора часа отведено на еду и на прогулочку. Типа фотографируете. Самые красивые виды. Останавливается автобус. Вы фотографируете. Ну, я так думаю... Туда можно же потом приезжать. И это. Ну, это видно. Так они нам сказали, префектура. О, камелия, дерево. Вот оно, кроме как красоты, как говорится, никакую функцию не выполняет. О, детишки бегают. Ну, это, по-моему, наши туристы. Не буду никого палить. Там 3 автобуса с нашего корабля. В принципе, такие откормленные, видите, герани. Я говорила еще, они такие жирные. Вот они жирные такие. Рододендрон. Да. Jardin das Azaleas. Jardin das Malvas. Ага. Мальва и азалия. Он, наверное, имел все-таки это в виду. Этот садик. Скорее всего. Ой! Там построена крепа. В общем, Мадейра, тут куча своих эндемиков. Плюс орхидеи вон растут. Плюс авокадо растет, гуава растет, ананасы растут, бананы растут, томаты растут, кукуруза есть. Фрукт страсти тоже растет. Также есть. Сахарный тростник они, по-моему, импортируют. В общем, чего только нет. Видите, дождика тоже нет, потому что все это вот так вот красиво уложено. Птичек нет. Даже птицы не прилетают, не едят ничего. И орхидеи вон растут. Вот эти вот дерева, пуансетти, по-моему, называется. Огромные деревья. Во, они еще росли. О, мой муж бегает. Санта-Ана, ну все правильно я сказала, Санта-Ана. Видите, их не герб, когда герб, наверное, поставили, Сити Холл. Время столько, еще время, 20 минут гулять. А он не знает, я говорю, Ксюха, говорю, иди гуляй. Я говорю, знаешь, где автобус, не потеряешься. О, камелия, еще вот эту камелию. Ну, в общем, есть в национальных парках какие-то домишки, они говорят, можно их, говорит,
брать прокат, на прокат. А, туалет, но он закрыт, естественно. Может, открыт? Думаю, вряд ли. Он, наверное, открыт. Когда? О, ну посмотрим, что за площадка. Что за площадка там? А нет. Туалет открыт. Замечательно. Можно еще сходить раз. Все для людей, все для людей. Так. Ой. Милота, красота. Люди спокойные. Я говорю, конечно. Пища вкусная. Климат хороший. Море есть, океан есть. Фрукты, овощи есть все. Чего бы им не быть добрыми. Еще такую красоту видеть везде. Розы. О, какое дерево. Это, оказывается, цветок называется так вот, слоновья нога. Сказали, ой, слоновья нога. Цветок слона. О, вот эту полянку я фотографировала, цветочки. Так они вкусно пахнут. Вот у них огороды. Канна. Но он назвал их по-другому. Он как-то по-другому назвал. Ну, у меня дома такие растут. Вот. Цветок слона. Вот он как назвал. В общем, проблема, как говорил, тут эти фасады, фундаменты плывут. Поэтому... А, тут недвижимость просто бешеных денег стоит. Они сказали, квадратный метр стоит 2000 евро. Умереть не встать. Вон голубые гортензии. Я не думаю, что их подкармливают, потому что они и дикие какие-то были. Видимо, почва хватает этих элементов. По-моему, железо. Чтобы цвело оно голубым, по-моему, железо нужно. Не знаю. Пуансетия цветет. Да, это вот он имел в виду, этот садик. Типа, выходить, гулять, фотографировать. А, тебя Петя нашел? Ну, слава тебе. Вот это гортензии голубые сфотографируй-ка. Я фотографировала, у меня голубые есть. Ну, а ну смотри сама. Ага. Бахин. Ну давай, их, аух. Маус, мах та зо. Das gefällt mir diese Bilder waren so. Du mach immer so. Комыш. О, гортензии и в горшках, и так, и сяк. Тут закрыли. Вот это растение мне нравится. Они какие-то семечки дают. Маус, мах тас видео либо. Маус, мах видео. Такой домик. А, там живут люди. Смотрите, какая красота. Прям дачки наши. А, аспарагус. Которая для этого, для украшательства. Гортензии голубые, розовые. Красота. Ну, в общем, для привлечения туристов. Тут датуры еще цветут вовсю. Но у них цветки поменьше. Мы-то их постоянно удобряем. Так они у нас такие жиробасы. А тут они в природе растут. О, лиль. Вот эти вот каулы, кстати, везде растут. Сами по себе. Даже в дикой природе. Ну, может, их посадили, они там одичало растут. Смотрите. Тоже вот какой-то огородик. Ой, 9 минут уже снимаю. У меня вообще на всю поездку хватит. Вот это мне растение нравится. Какое-то, это же тоже... сейчас помню. Ну, здесь тростниковых что-то. Тут даже это, сорняки-то красивые. Ой, такой хорошенький-то, какой хорошенький, такой милаха ты мой. Смотрите, какая красота. Милота. Муж надо сюда притащить, пусть фотографирует. Это же... Как же называется? Циперус, вспомнила. Типа циперус, из циперусовых. Вот. А, в общем, я...
О, и герань сюда как-то запрыгнула. Вот она, жиробаска такая, жирненькая. Как уж она так, смотрите, какие листья. Вот, природа пишет. А, какой цветок! Они наверняка это все ничего не видели. Это нам тоже продают, продаются они. Вот они какие в природе. Надо мне сфотографировать. Вот оно в природе. Это оно в природе. Боже мой, какая красота. Боже мой, это дерево какое красивое. Вот оно как красиво растет. В общем, это райский остров. Не Мальдивы, но вам надо всем ехать на Мадейру. Вот это райский остров. О, райский остров. Это райский остров, серьезно говорю. Все тут есть, люди приличные. Ой. Bitte komm schnell, schnell! Ich zeige etwas, komm! Komm schnell! Nein, du hast nicht gesehen diese schön, komm! Katze, Katze! О, кошка, 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 кошка! Ксюша, фотографируй, просто никогда в жизни не видел. Смотри, какая красота! Еще раз. Смотри! Шикардос! Я говорю, иди сюда, фотографируй, он не хочет. Он уже боится опоздать.